В школах Карелии на карантин по ОРВИ закрыли 111 классов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Всего за прошедшую неделю по республике зарегистрировано более 7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидпорог превышен почти на 32%. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с началом учебного года. Превышение отмечено среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет и взрослых от 15 лет и старше. На дистанционное обучение перешли в 17 школах Петрозаводской и 13 школах в районах Карелии. Кроме того, в регионе за минувшие сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания коронавирусом, 14 в Петрозаводске и 1 в Кондопоге. Выздоровели еще 18 человек.